Сегодня у нас второй день форума ректоров вузов Республики Узбекистан и Кыргызской Республики. И по программе мы с утра для ознакомления организовали нам экскурсию и по Самаркандскому государственному университету. То, что мы увидели, это действительно впечатляет. Труд, управление хорошее и правильное привлечение инвестиций и вложения дали вот такой результат. Посмотрите, какой у них отличный сад, какой у них отличная территория, кампус, который все организовано по научно обоснованному подходу. Мы видели музей экспонатов настолько много, что это не только те животные и птицы, которые обитают Азию. Они привезли многих экспонатов даже с прошлого столетия, забирали и собрали очень приличное количество экспонатов. Студентам, магистрантам, докторантам даже, которые обучаются по данному направлению, есть на что посмотреть, учиться. И мы видели еще и оранжерею, которая насчитывает более 300 видов растений. Многие из них в основном упор делается на тропические растения. Все те, которые приезжают ознакомиться с этой оранжереей, воочию могут увидеть, как это все делается. Мы видели даже дыню дерева, мы видели и другие экзотические виды растений, которые каким-то образом, создавая микроклимат, ученые Самаркандского государственного университета смогли все это вырастить и показать всем, кому это надо. А в целом мы очень рады, я как ректор Кыргызско-Узбекского международного университета Кыргызстана сказал бы, что все, что делается правительством, президентом данной страны во благо образования и науки, достигает своих целей. Мы видим новые корпуса, которые построили на бюджетные средства. Мы видели новые строения, которые строятся за счет спецсредств университетов. Действительно, есть у нас к чему учиться, обмениваться опытом. И я надеюсь, что после того, как мы приедем к нам домой, мы будем использовать самые передовые идеи этого вуза в своих учебных процессах и так далее. Сегодня мы посетили Самаркандский государственный университет. Очень рады тому, что нас приветствует Самарканд. И посетить данный университет нам является очень приятно. В университете мы сейчас посетили зоологический музей, который имеет очень большую коллекцию экземпляров животного мира, как животных беспозвоночных, так и позвоночных. Я сама являюсь биологом, поэтому для меня было это очень интересно. Посетили очень богатую, большим арсеналом насыщенная галерея, оранжерея растительного мира и увидели очень много различных экзотических растений, которые очень редко встречаются в других галереях, даже, мне кажется, Центральной Азии в целом. Видно, что работает научный персонал, высококвалифицированные, компетентные профессора, ученые. И параллельно, видно, было сказано, что проводят и научные исследования, как студенты, бакалавры, так и магистры, и PhD, докторанты. Таким образом, мы очень довольны нашим университетом. Было получено много море впечатлений. И очень рады встретить вашу делегацию, представителей вашего университета у нас, в Кыргызстане, в нашем университете. Добро пожаловать!